Ко дню защиты детей для самых маленьких барнаульцев в лесной сказке устроили праздничное шоу с конкурсами, играми, песнями и танцами. И ведь погода как помогла. Хороший, замечательный летний день. Поздравляю всех детей с этим хорошим праздником. Всем хорошего настроения. Мы хотели, чтобы родители порассуждали как раз о безопасности детей и о воспитании, но атмосфера совсем не располагала. Мне кажется, нужно просто радовать детей в этот день. Не размышлять по этому поводу, без серьезных разговоров, просто радовать, приносить им веселье. В парке веселились сотни семей с детьми. Даже фотозона от спонсора компании «Алейск зернопродукт» имени Старовойтова была еще одним развлечением для деток. Организовано хорошо, нормально, погода хорошая, комаров нет, самое главное. Так что ребятишек не покусали, а наоборот, наградили. По итогам конкурса малыши получили подарки. Скажи «до свидания». Андрей Дриер, Николай Шилко. День с толком.